начиная с марта нынешнего года, все сотрудники нашей клиники, которые именно работают напрямую с пациентами коронавирусной инфекции, получали значительную весомую государственную поддержку в виде доплат. И получают. Да, и получают по нынешнее время. Как дальше планируется поддерживать медицинских работников, которые вот работают в это невероятное тяжелое время? Доплаты никто не снимет. Это установлено указом президента, никто не имеет права отменить этот указ. Я сейчас вот попросил информацию, министр мне доложил, по средней зарплате с учетом ковидных выплат по системе здравоохранения. Это то сегодня, что мы хотели иметь на конец будущей пятилетки. И для меня сейчас важно, вот как сохранить этот уровень, чтобы выйти, как я планировал, не на конец пятилетки, а уже в течение вот с этого момента, этого года, продержаться уже всю пятилетку. Для нас главная сейчас проблема, как подтянуть остальных бюджетников до вашего уровня. А что касается ваших доплат, я вам гарантирую, мы никогда от этого не отойдем. Будем думать о том, чтобы это сохранить и чтобы зарплаты эти остались для врачей.